так, вот я сижу в этом кафе, Почему сижу? Потому что пригласил в гости Михаила Федорова. Это аналитик и управляющий. И причем Михаил приехал из Очакова сюда, на Киевск, в центр международный, не пожалел даже часа своего личного времени. Спасибо тебе, Михаил. Для того, чтобы рассказать, как все рухнется или, наоборот, взмоют ракеты. Давай камера будет тебя снимать. Так, ну, в прошлый раз ты был, помнится, медведем. Был медведем. Покайся. Я каюсь, я думал, что не будет КУЕ в данный момент. Это ключевой вот этот момент. То есть я думал, что КУЕ притормозят, дадут всему упасть, а потом включат КУЕ. Вот. Ну, вот такой вот у меня был вариант. Но КУЕ впустили, потому что я чуть-чуть не сообразил, что, скажем так, просадку они боятся. Очень сильно. И на этом ты профукал бабки, наверное? Ну, я, скажем, да, естественно, я получил какие-то минусы. Но, скажем так, в рамках пока... таких. Нет, ну ты Кася, всегда приятно, что... Ну, понимаете, смотрите, мы в августе были в Боковике, да, соответственно, там я ничего не потерял. Когда объявили КУЕ, естественно, я все закрыл, да, ну, все свои позиции вниз, но, естественно, там же не было, скажем так, в течение двух часов выноса вверх на огромных объемах и на огромную высоту. Движение пошло потом, да, то есть на следующий день, последующие часы. Вот, но первые два часа, просто если там, скажем так, я воспользовался тем, что я чуть-чуть спекулянт, да, и я был, скажем так, держал на пульсе. Вот, поэтому, поняв там ситуацию, я просто все закрыл. Все свои медвежьи позиции. Да, с убытком, но ничего страшного. Ничего страшного. Ну и теперь ты переплатился в рогатое существо. А сейчас объясню. Значит так, позиция у меня была такая. До КУЕ, да? То есть я думал, что КУЕ не дадут, потому что в этом не было никакой логики на тот момент. Я, в принципе, так и до сих пор думал, что логики в тот момент не было никакой, но после того, как дали КУЕ, я решил подумать, почему дали. В итоге пришел к выводу, что, скажем так, в мире сейчас есть две большие логики такие, которые противоборствуют. Да? Одна логика – это за, скажем так… День добрый. Так, мы трейдеры, а трейдеры пьют пиво. А, сейчас, какое пиво? Угодно, можно? 0,5. Да, 2,05 и роллы. Вот эти роллы и вот эти роллы можно тоже? Закуска. Все, спасибо большое. Спасибо. Да. Вот, в общем, соответственно, два лагеря. Один лагерь за затягивание поясов, наподобие там Евросоюза. Да? Второй лагерь это за, скажем так, оголтелые расходы и печатание денег. Да? Скажем так, до этого я думал, что нет вот этого четкого противостояния сильного у них лбами. То есть я не говорю тут, что какой-то есть кукол, да, манипуляция рынком и прочее. Это просто две разные позиции, скажем, мировых элит. Причем тут нет никаких каких-то, скажем так, именно, скажем так, теории заговора и нет, скажем так, границ государств. Просто есть два взгляда. Вот. Похоже, что, скажем так, бирманки, которые за остановки, за расходы, они решили ударить на упреждение. Да. И, скажем так, упасть они боятся очень сильно, потому что, насколько я понимаю, падение вниз чревато перерастанием экономических проблем, социальных проблем. Да? То есть мы уже можем получить полный пирог с развалом той же еврозоны, с обвалом потреб доходов и расходов, да, и, соответственно, будут массовые митинги в тех же самих США. Да. Этого, естественно, никто не хочет, поэтому они, похоже, решили просто печатать. Без захода вниз. Поэтому я перевернулся в БК. Как долго ты... Ну, ты, конечно, не знаешь, до выборов стоишь? Ну, нет. Я, на самом деле, стою не совсем до выборов. Я стою... Понимаете, я мыщу золото, даже не фондовый рынок сейчас, да? И, наверное, больше евро. Фондовый рынок, я, откровенно говоря, сейчас не лезу, потому что для фондового рынка это как бы имеет... Ну да, скорее всего, вверх, но неоднозначно. Спасибо. Все же ситуация достаточно плоха, ну, в текущий момент, да, и, скажем, от того, что печатают, акции, ну, не сильно перепадают. Ну, то есть ты золото и евро, и все? Да, золото и евро. Ну, преимущественно золото, в первую очередь. И какая у тебя цель? 2400, как у всех? Ой, ну, первая у меня 1980, первая, но так и 2400. А евро? А евро я вижу ближе к 40, 1,40.
история. Ты знаешь, сейчас многие говорят о декабрьском заседании комитета по открытому рынку США, да, что они будут что-то должны все-таки сказать, на чем накавалятся, что-то даже какую-то конфету дадут. Объясняю. Ну вот я как-то писал у себя в блоге то, что Бернанке в своих научных там, высказываниях, да, то есть, которые не относились там, к его нынешней позиции главы ФРС, он же изучал великую депрессию, он высказывался о депрессии так, что главной ошибкой было ужесточение фискальной и монетарной политики одновременно. То есть в нем позиция, что нужно сохранить баланс. Да? В данном случае, если США придут к какому-то фискальному ужесточению, то, скажем, по логике Бернанке нужно сохранить баланс, чтобы, скажем так, не было дельты-минус, ну, в целом, по совокупности фискальной и монетарной. Соответственно, он может еще расслабить политику, чтобы вот этот негативный эффект от фискальной, от фискального затягивания пояса США монетарный полностью возместил. Сейчас многие говорят, что вот, спасибо большое, что много зависит от выборов в США, да, что если придет Ромни, то рынки обвалятся. Об этом не говорит, например, Горчаков. Ромни, если придет, да, он, скорее всего, обвалит рынок. Потому что он как раз... Давай, за Обаму. Давайте, да, за... Ромни сторонник как раз затягивания поясов. И, соответственно, его политика будет направлена в эту сторону. Изначально он, естественно, попытается это сделать. Здесь он рынок обвалится, но я не думаю, что Ромни долгое время сможет затягивать пояс, и в итоге он все равно придет на путь, скажем так, печатного станка, у него просто выхода там. У него сейчас, скажем так, в Ромни есть иллюзия, то, что, скажем так, ну, послушав все вот дебаты с Обамой, да, я, например, понял, в Ромни есть такая надежда, если он сохранит приток капитала в Соединенных Штатах, то есть деньги будут так же поступать в США, как они сейчас поступают, а он этого будет добиваться какими-то другими методами, в том числе бомбами, и, скорее всего, бомбами, вот, и дестабилизация, возможно, в том числе и у нас, да, то он думает так, стакан, раз в стакане будет столько же, условно говоря, денег, то неважно, как они внутри перераспределятся, они все равно встанут на свои места и как бы большого обвала не будет. Поэтому бюджет тут вообще ни при чем. Это позиция ровная. Я думаю, он ошибается в этом, да, очень сильно, но тем не менее это его позиция. Поэтому он будет сокращать и будет драться за приток капитала. То есть у него вот именно вот такой момент, да, и он как бы считает, что, ну, скажем так, американский, как они любят говорить, образ жизни, американская модель, да, она сама вытянет все это. Там даже когда если они вот обсуждали как-то программы по сокращению тот же там обамовской медицины, да, и ромовской медицины. Обама, ну то есть Ромни по большому счету обвинял Обаму в том, что Обама чуть ли не социалист, он хочет, скажем так, сделать обслуживание медицинского в США наподобие, как вот, допустим, у нас, поликлиническое. То есть это, скажем так, набор стандартных процедур, да, он задает вопрос, а зачем это нужно? Да? Нужно дать за человеком деньги, чуть-чуть даже меньше. Клиники будут частными, и, скажем так, рынок сам все поставит на свои места. И больницы сами сделают услуги, да, то есть там Михаил, баланс просто... А можно тебе спросить, вот ты управляющий, да? Угу. И у тебя всего такой портфель достаточно, ну, рискованный, два актива, да? Золото и евро. Это тебя не очень, это самое? Все-таки это же... Ну, понимаете, я принял сам решение, я же могу поменять его, скажем так, в какой-то конкретно тактический момент. Еще вопросик, значит, по поводу Греции. Вот на этой неделе прошло сообщение, что якобы, ну, даже раньше, что греки себе два года выторговали, спасибо большое, выторговали себе два года дополнительно. Как ты к этому относишься? А срочки... Европа пытается тянуть время, да, но, скажем, а там выхода нет никакого. Тоже надо тратить что-то. Ну, понимаете, как бы, если просто взять математически, да, там, долг Греции невозможно отдать. Просто невозможно. Если просто посчитать доходности текущие, да, по долгу, которые там, ну, вызывают обременение, доходы бюджета, они математические, это кабала чистой воды. И поэтому мы купили евро? Нет, купили мы евро, потому что я считаю, что Европа все же придет к тому, что к чему и пришел Бен Бернанке.
Вот. И эта позиция, я думаю, она всю жизнь будет. А фондовый рынок ты вообще не отсматриваешь? Нет, я рассматриваю фондовый рынок. Но в целом, скажем так, по индексам, а не по конкретным бумагам. Вот давай мы выпьем за фондовый рынок, что ли? Давай. И продолжим нашу интересную тему. Ну и вот какие сценарии по фондовому рынку ты рассматриваешь? Ну, понимаете, сейчас началась, вот, я думаю, гонка, кто девальвирует валюту быстрее. Бернард вчера вышел, он твердо сказал, что он будет дальше печатать. Он, конечно, ничего нового не сказал, он просто сказал, что он будет печатать и трава не растет. Неважно ему. Все эти там улучшения по занятости в Штатах там на десятки тысяч, его просто не интересует. То есть он, если, скажем так, сценарий Обама остается у власти, а Бернанке является главой ФРС, главная задача это там фискальный обрыв, который в Штатах. Они будут обсуждать, Конгресс все равно будет бодаться, на мой взгляд. А если действительно, скажем так, что, ну, как бы вопрос стоит, сколько они сократят и насколько быстро будет сокращение, сколько сократят, да, и в какой структуре. Это предугадать я, допустим, не могу, но сокращение какое-то будет. Бернанд, думаю, ответит печатным стартом, ну, чтобы вот именно баланс, вот, как я ранее говорил, сделать. Соответственно, для доллара это, естественно, будет плохо. Такие страны, как Бразилия, Южная Корея и прочие товарищи, они уже не раз заявляли, что нельзя так выступать, потому что, ну, как, если вы печатаете доллар, то мы тоже будем печатать, потому что, ну, как, наши экспортеры тоже кушать хотят. Вот, то есть начинается гонка, кто быстрее напечатает. Наш рынок, скорее всего, на этом, в 13-м, улетит в район 2500-3000 пунктов по РТС, да? Слушай, это заголовок нашего ролика. Знаешь, вообще-то любят хлесткие заголовки. Ну да, ну как, в селсайзе меня как раз учили, что хлесткие, да, заголовки. Но, как бы, смысл такой, что 2500-3000 туда мы улетаем вверх, но вот дальше что будет, это уже большой вопрос. Можем упасть на 1000 после, но только при уже девальвированных валютах. А если ты отсматриваешь индексы сектора, то какие сектора, ты считаешь, могут быть более, ну, лучше рынка, какие хуже рынка? Ну, на ближайшие 3 месяца точно не скажу. Я без понятия. А в целом, ну, скажем так, да, не компании, которые занимаются, скажем так, у которых операционная деятельность большая. Потому что при росте инфляции и девальвации валют, все же, скажем так, экономические показатели все равно будут снижаться. Плюс спрятаться на рентабельность, без, ну, как бы будет падать. Вот, спрятаться будет выигрывать больше те компании, у которых баланс больше. Ну, балансовые компании, а не те, которые именно генерят какой-то поток дальше. Ну, Михаил, ну мы с тобой все обсудили, какой вопрос я тебе забыл задать. А я могу еще добавить. Сейчас, давай. Сейчас добавлю. Почему я, допустим, так считаю? Понимаете, сейчас в мире, условно говоря, 200 до 300 миллионов там конечного капитала. Ну, то есть это деньги, которые всего существуют, да, то есть без двойного счета, если считать. Я примерно так оцениваю. 200-300 миллионов. Возьмем, допустим, сумму 300 миллионов долларов. Да? Это, соответственно, те же фондовые рынки, рынок облигаций, как корпоративные, государственные, и все вместе, кучу. Вот, соответственно, ВВП чуть-чуть меньше 70. А где, скажем так, грань между, сколько должно быть отношение между ВВП и количеством конечного капитала? Почему 300, почему не 600, почему не 50? Да? А деньги обеспечиваются в нынешнем мире, да, исключительно доходностями. Скажем так, 300 триллионов долларов при доходности 3% должны съедать 9 триллионов из ВВП. Это только процент. Для 70 триллионов ВВП 9 триллионов процентных – это очень много. Ну, просто много. Поэтому, условно говоря, и попались. Там, в нулевые годы была переоценка активов, стоимости самого актива. И как бы активы давались рост стоимости сами себе. Да? За счет этого обеспечил доходы. Сейчас это невозможно. Поэтому, скажем так, есть путь номер один. Путь номер один – это дефолт. То есть там мы будем затягивать пояса и живем по средствам. Тогда эти 300 триллионов, ну, сами понимаете, 9 надо отдавать процента, а чтобы погашать, нужно еще 10%. Дефолт, мы о каком говорим-то? Нет, это, скажем, рецессия. Ага. Рецессия с огромной, там, ну, с тому, что было в депрессии,
подобное. То есть 9 надо отдавать как в виде процентов, и еще столько же надо, чтобы погашать. В итоге, чтобы спуститься на сотку, нам потребуется лет 10 миру. Чтобы баланс какой-то между ВВП и деньгами привести. Этот путь, он невозможен. Никто не хочет назад, там, в 30-е годы. Соответственно, путь – это увеличить номинальный ВВП через инфляцию. Только. Слушай, я тут был у Салтыкова, управляющего. Он мне сказал, что пик кризиса, ну, самая страшная точка – это дефолт Франции. Ты считаешь, может быть, дефолт Франции? Сложно сказать насчет дефолта Франции, понимаете, я вообще в Европе, в отличие там, от США, да, отношусь достаточно хорошо, потому что, во-первых, Европа не боится инфляции. Если они запустят инфляцию там, в районе 7-8% в год, они в течение 5 лет вообще решат все свои проблемы полностью. Они решат там, они лишатся там премии за белую сборку. Помните, там было такое выражение в 80-х годах, да, когда европейские товары, там японские стоили, ну, европейские были дороже, считалось премия за белую сборку. Их промышленность, соответственно, станет более конкурентной. Они откусят больше пирога от мира. То есть инфляция им не навредит вообще. Я сижу против тебя, да, и думаю, а какая у тебя доходность вообще в этом? На какую цифру ты в этом году собираешься выходить? Ну, у меня целевая 40-60 в год. Сколько? 40-60 в год. Это же супер, если каждый год 40. Ну, это целевая. Понимаете, я как бы чисто на управление пришел только летом. В смысле, я тоже хочу познакомиться с супермоделью. У меня целевая цель там кто-нибудь окучиться, да? Но нет, потом придется познакомиться. Я пришел, понимаете, в управление вот в конечном итоге, да, только в этом году, вот буквально там лет. Я был как бы аналитиком и торговал там одной ногой, скажем, торговал, другой. Я почему тебя оборвал, чтобы наше интервью было более динамичным. Не потому, что такой невежливый, а то скажут, вот сидят два человека, пьют пиво и рассуждают о высоких материях. А всем интересно, какие акции покупать, там, сколько зарабатываешь, там, евро и прочее. Я объясню, сейчас очень просто, можно купить золото, вот прям по текущей цене, да, это сколько там, то, что ниже 750, 1750, со вторым плечом и ждать спокойно 2000, ну, 1980, если там, условно, посчитаете, ну, сколько процентов со вторым плечом будет, и период, это горизонт, скажем, те же полгода, если мы берем, да, то у вас будет вполне, ну, скажем, темп даже превышающий по части доходности. А ликвидность рынка золота, она позволяет достаточно большой объем погнать. Понятно. То есть, не нужно каждый день сидеть и нажимать на кнопки, на самом деле, потому что, ну, от этого вы не обгоните рынок просто. Вы решили, скажем, там, смотрите куда-то вдаль, делаете операцию, можете держать 3-4 месяца. Слушай, а ты много видел трейдеров, управляющих, которые делают 40% 60% каждый год? Да мало я видел. Нет, я видел частных трейдеров, которые на своем личном депо делают и больше. В год. На какой сумме? Ну, там до миллиона, миллион, скажем, вот так. Рублей или долларов? Рублей. Вот. Таких много, естественно, да. Когда речь идет о больших деньгах, там совершенно другая психология, и все по-другому устраивается. Вот как раз, скажем так, у меня есть опыт делания на своем депо, вот как раз, как я и говорил, как частный трейдер, да, профи. А вот сейчас я буду пробовать себя уже с другим капиталом. Посмотрим, что выйдет из этого через год, например. Хорошо, ну через год мы в этом же кафе с тобой встречаемся, да? Давайте через год встретимся и там посмотрим. Ну, как бы, будет у меня эти 40-60.